Я думаю, что Господь, Он нас ведет от самого рождения. А человек ищет Бога всю свою жизнь. Мои поиски, они еще до сих пор продолжаются, хотя я его нашла. Она обратилась к Богу, когда задумалась о смерти после измены мужа, известного актера Вадима Медведева. Для певицы Виктории Беловой это было настоящим потрясением. После его ухода она хотела умереть, но словно невидимая сила отгородила стеной от прыжка в бездну. С тех пор прошло 8 лет. Когда мне было 5 лет, меня тайно мама отвела к священнику, и меня крестили на дому православного священника. Я не знала, что будет. Были крестные. Ну, в 5 лет ребенок, что может понимать? Вику крестили тайно, чтобы не навредить дедушке. Серафим Михайлович Богданов занимал важный пост. Крещение внучки могло поставить крест на его карьере. У меня дедушка генерал-майор авиации. И мы понимаем, в то время это было невозможно крестить в открытую, потому что это партийные люди, это люди со званием. Мой дедушка – это человек-ангел, Богом данный Серафим на этой земле. Мама у меня Серафима Серафимовна Богданова в девичестве. И он был действительно ангелом на этой земле. Он был добрейший человек, а когда он ушел с этой земли, ему было 64 года, в газете города Бреста на границе с Польшей написали, что ушел от нас генерал-майор Богданов, человек-ангел. Певица Виктория Белова родилась в белорусском городе Бресте, училась в обычной школе, с 13 лет занималась в театре. Уже подростком она знала, что хочет стать актрисой. Я просто жила. Я просто каждый день занималась профессией. Кто-то там на дискотеке бегал, девчонки. А я каждый день пропадала в театральной студии. И готовилась уже тогда поступать с 13 лет в театральный институт. И сразу в Москву, минуя Минск. В 16 лет Вика одна отправилась покорять Москву. С первого раза поступила во ВГИК на актерский факультет в мастерскую народного артиста Анатолия Ромашина. А через несколько лет в мастерскую Алексея Баталова. Именно во ВГИКе она познакомилась с людьми, которые помогли прийти в храм. Моя соседка Саша Куликова, которая сейчас известна, актриса в театре БДТ в Санкт-Петербурге, говорит, а ходишь ли ты в церковь, Вика? Я говорю, нет. А почему? А попробуй. И вот впервые моя душа, мое сердце, моя нога шагнула православный храм, который находится на проспекте Мира. Храм иконы Тихвинской Божьей Матери. Вот тут я очень хорошо запомнила свои ощущения. Это были какие-то очень тонкие, нежные ощущения души. Какая-то благодать, которая, в которой мне стало очень хорошо. И вот этот первый мой самостоятельный был шаг туда. Во ВГИКе же состоялось знакомство с будущим мужем, актером Вадимом Медведевым. Яркий, харизматичный брюнет далеко не сразу привлек ее внимание. Был не в ее вкусе. Лишь после нескольких месяцев его упорных ухаживаний Виктория ответила взаимностью. Их роман был бурным и страстным, как и в школе последовавший за ним брак. Но, увы, продержался недолго. Всегда с болью вспоминает свою семейную жизнь. На сердце до сих пор не зажившая рана. Она появилась в тот день, когда Виктория Белова узнала о другой женщине. И это был самый больной год в моей жизни. Начало года, когда у меня разрушилась семья. Начало года – полный крах, пепел, Содом и Гоморра, пепелище. Когда я поняла, что
мне больно жить, мне больно дышать. Это ощущение было сродни, когда с тебя сдирают кожу, вот когда я сравнивала, что это. И вот твое тело без кожи ходит, и вот настолько все болит и ощущает эту внутреннюю боль, и болело внутри. Именно в этот тяжелый момент своей жизни Виктория вспомнила про Бога и ухватилась за Него, как за последнюю соломинку. И вот эта боль, во-первых, заставила меня ухватиться за Бога и сказать: я не могу сделать вдох, мне больно, помоги мне, исцели меня от этой боли, исцели мою боль внутри. Моя настольная книга была Библия, Слово Божие, и я ела. Вот написано, да, ешьте ее, съесть нужно. И вот я ее ела, потому что мне не нужна была физическая пища, мне нужна была пища, которая написана в Слове Божьем. И вот эта одухотворенная пища, которая входила в меня как меч обоюдоострый, как написано слово в Слове Божьем, оно кормило меня, лечило меня. И вот так я познакомилась лицом к лицу с Богом, который вел меня всегда. Они познакомились на третьем в курсе в ГИКа. Оба были талантливыми, красивыми, перспективными. Обоим прочили блестящее будущее. Вадим красиво ухаживал за Викой, дарил цветы и долго добивался внимания. Поженилась пара в родном городе Вадима, в Риге. Там же родился сын. Это была очень сильная любовь. Он первый взял ребенка на руки. Он со мной был в роддоме. И он был счастлив, он плакал, когда шел домой. И он хотел сыграть Иисуса Христа, когда мы с ним жили. Вот такая метаморфоза. У него были шикарные, длинные, кудрявые волосы. Но когда мы были вместе, это была семья полной любви. Мой ребенок рожден в бесконечной и глубокой любви, глубочайшей. А потом снесло крышу человеку. Когда случилась измена, Виктория Белова надеялась, ребенок поможет удержать мужа. Ей было трудно отпустить его. Долгое время она не давала согласия на развод. Все надеялась, любовь поможет забыть плохое, он исправится, все будет как прежде. Но, увы, нераскаянный грех рождал новый. Когда человек допускает грех, грех как зерно поселяется и начинает разрушать изнутри. Это все бред, когда говорят, что один раз, как говорится, а там нет. Все, ты допустил один раз. И вот этот один маленький элемент греха, он начинает еще больше, еще больше. Он как клетка раков, да, сжирать здоровые клетки. И он хочет еще, еще. И все. И человека понесло. А я очень чувствительная, очень тонкая натура, может быть, как многие творческие натуры, все это слышала, чувствовала, ощущала своим хребтом, своим позвоночником. Расставание с мужем она увидела заранее, во сне. Позже сон полностью подтвердился. И мне приснилось, что произойдет. Я пошла, находилась как раз в Бресте, в Беларуси, пошла на почту, тогда мы звонили с почты, позвонила. И когда мне муж сказал, что он уезжает, а мне это приснилось, и даже приснилось, куда он уезжает и с кем. И потом мне вот Бог просто открывал, открывал, открывал. И потом мне открылось, кто и куда. И через Слово Божье мне тоже открылось. И пошли они в Анталию. Они поехали в Анталию. Но несмотря на это знание об измене, она все равно надеялась, что муж одумается, и прощала. Когда надежды почти не осталось, она поставила его перед выбором. Терпеть унижение и предательство больше не было сил. К унижениям со стороны актера добавилось физическое насилие. Оставаться в таком браке было просто опасно. Я просто поставила человека перед фактом, говорю: выбирай, я не могу. Либо мы, вот я прощаю историю, и мы идем дальше, мы живем дальше. И там было много всего. Много то, чего нельзя прощать. То, чего нельзя допускать в отношениях между людьми.
То есть он поднимал руку на тебя? Да. И пускай он меня простит за то, что я это говорю. Я не хочу жаловаться. Я пережила этот момент, и мне Бог помог его пережить. Но было это. И я хочу сказать каждой женщине, которая смотрит, нельзя этого допускать. Один раз допустишь, будет второй, третий. Нельзя допускать разрушение границ твоих. Уничижение тебя как личности нельзя. Ты должна остаться личностью, женщиной с достоинством. И тот, кто поднял один раз, поднимет второй, и третий и так далее. Он выбрал уйти, а она осталась со своим горем, которое было трудно перенести. Жить не хотелось, хотелось умереть. От желания до намерения выпрыгнуть с 9-го этажа оставался один шаг. Мне было больно, вот так меня прикололи гвоздями, содрали с меня кожу. И одним спасением для меня явилось, чтобы я... Были мысли сигануть с 9-го этажа, были мысли. И как будто бы кто-то мне, давай, так больно будет, легче, давай. И приходил мой ангел, наверное, мой сын, смотрел на меня своими карими глазками, 7 лет ему было. И говорит, мам, живи, делай, что делаешь, и будь, что будет. И он меня спасал. И мой сын помнит, как мы пережили эту боль вместе. Я каждый день плакала, каждый день рыдала, каждый день молилась, орала в небеса, чтобы Бог что-то сделал. Но, видимо, это не в плане Божьем было что-то сделать, чтобы он вернулся. Виктории Беловой все больше песни христианского содержания. Она занялась вокалом после рождения сына. Сразу после окончания декретного отпуска поступила в Академию Гнесиных. К этому времени она почти забросила актерскую карьеру, все время отдавая семье и ребенку. К тому же муж не поддерживал ее желание сниматься в кино, скептически относился к творчеству жены. Он принижал меня. Он говорил, что я... как бы деликатно выразиться, что я бездарная актриса, что единственное, кем я могу быть, так это учителем в школе мне работать. Я проработала учителем 10 лет, чтобы сын мог учиться в хорошей школе. Мне нужно было либо деньги платить, либо работать учителем там. И я проработала учителем, принеся в жертву свои таланты и все остальное. Да. Когда она, раздавленная, осталась одна, в самый страшный момент жизни случилось чудо. Господь сделал ей подарок, о котором она и мечтать не могла. Она познакомилась с талантливым учителем Сетом Риксом из Голливуда, педагогом самого Майкла Джексона, который вскоре предложил ей бесплатную стажировку в Америке. Когда все это произошло в конце года, с первым визитом приехал в нашу страну педагог по вокалу Майкла Джексона для того, чтобы по итогам конкурса, после своих мастер-классов, одного человека отобрать на бесплатное место обучения в Голливуде. И вот этим одним из 1500 человек стала я. Вот Бог сделал такой мне подарок. Он вез меня туда заниматься вокалом, карьерой, и уже там предложил стать его ученицей, первой ученицей, педагогом его техники, уникальной, легендарной техники. Он увез меня в эту далекую страну мечты для каждой актрисы. И предложил сначала на 2 недели, потом на 2 месяца, потом несколько лет я там прожила, проработала. Господь каждому, и Виктории, и Вадиму, после расставания дал свой путь в творчестве.
Ей 2 плодотворных года в Голливуде. Но бывшему мужу роль самого отъявленного злодея Акдама в нашумевшем сериале «Зона». Он был в ней, по словам Виктории, очень правдоподобен. Это было спасение для меня. Мне нужно было на противоположный континент выкинуть с этого континента, чтобы я вообще не видела, не слышала. Но все равно там каждый день слезы, каждый день переживания, накатывало это все изнутри. И я знаю, что была информация другая, что я типа бросила, уехала в Голливуд, такая вся такая крутая. Нет. Это вот так Бог решил. Хотя это был ответ на мою молитву. Я молилась, чтобы чем-то отвлечь себя в это болезненное время. Я решила по-настоящему профессионально научиться петь. Профессионально, чтобы быть, ну, скажем так, достойно выглядеть на нашей эстраде. И была молитва, чтобы Господь послал мне педагога по вокалу, который научит меня так петь, что через мой голос будут открываться души, сердца, очищаться, что люди будут приходить к Богу, возвращаться к Нему. Вадим Медведев никогда не разделял религиозных взглядов жены и был убежденным атеистом. Несмотря на это, она 6 лет непрестанно и ежедневно молилась за бывшего мужа. И когда он ушел, я не начала мстить, вот Бог дал силы, а молиться, простить его и молиться, чтобы он нашел Бога. Он вообще не верил в Бога. Вообще. Он меня назвал сумасшедшей, там, фанаткой, идиоткой. В плане того, что я очень сильно прибежала и ухватилась за Бога, за Христа. Она никак не могла забыть и отпустить, довела себя до нервного истощения и серьезной болезни. Диагноз был неутешительный, пограничный с лейкемией. Гемоглобин упал до самых нижних границ. Только поняв всю серьезность и опасность, Вика поняла – хватит, пора начать жить своей жизнью. И вот тогда я вышла и сказала: стоп. Ты должна жить. Бог же нас никогда не оставляет. Он нас любит до конца. И Он хочет видеть в нас все-таки свое отражение, свое любимое творение. Поэтому Бог мне дал возможность почувствовать, прожить вот это состояние первой любви, глубочайшей, больной в плане... Долго я выходила из этого состояния. Но я верю, что Бог никогда не оставляет. Вот что такое случилось? Что стало последней точкой, после чего ты приняла решение вернуться домой? Мой сын, 10 лет, он мне написал записку корявым русским языком уже на тот момент. Мам, пойми меня правильно. Моя любовь там, где моя семья. Моя любовь там, где моя родина. Коряво-коряво. Я хочу там, где моя любовь, там, где моя семья. Останься она в Голливуде, у нее было бы все. Достаток, карьера, любовь. С одной стороны, меня держал Сет и говорит: оставайся. С другой стороны, меня тянул сын: мама, уедем. Мы сдали чемоданы, они уехали уже. И то я была не уверена. Меня могут сейчас сказать: Господи, как дура! Голливуд! Звезда! Все, вот она, звездная аллея звезд. Но моя душа приняла такой выбор. Нам дана свобода выбора, свобода воли, и нам дается, вот, пожалуйста, либо это как уйти в монастырь или продолжать жить, да? То есть человек выбирает либо идти Богу молиться и посвятить свою жизнь Богу, либо жить в миру. Вот примерно где-то сродни. Внутри меня был монастырь много-много лет. У нее была еще одна веская причина вернуться домой. В глубине души Виктория верила, что муж одумается и вернется.
Она давно простила его предательство и уход, но больно сердце до сих пор не дает покоя. Первая любовь была настолько сильной, что даже годы не дают забыть бывшего мужа. Вместе с ней за отца все эти годы молится и сын. Женя пошел по стопам родителей, закончил в ГИК, стал актером и в свои 22 года уже сыграл свою первую главную роль в мюзикле. Скажи, пожалуйста, вот про то, как молится твой сын за бывшего мужа. Женя каждый вечер молится очень сильно-сильно, искренне-искренне. Говорит: «Господи, пожалуйста, помоги моему отцу стать настоящим отцом для своих детей». Он не молится, чтобы он стал настоящим отцом для него. Он молится, чтобы он стал настоящим отцом для нынешних детей. То есть ребенок проходит такой путь. Я не знаю, как это сказать. Такой путь за отца. Он как будто бы опять вот грех отца промаливает, да? Какая сила должна внутри быть у этого парня, которому уже 22 года, когда он говорит, пусть он будет хотя бы хорошим отцом для своих детей, которые сейчас у него есть. Он молится за его детей, за его семью. Молитвы сына и мамы были не напрасны. Через год после роли злодея в сериале «Зона» Вадим принял крещение. Он часто ездит на Афон, алтарничает в храме. Когда он ездил на Афон, я просила молиться, у меня с мамой была там проблема там, большая по здоровью. И он молился мою маму и молился, и молится за меня иногда, когда я прошу. Я ему редко пишу, вот я еду на Афон, за что помолиться. Я пишу только о здоровье, потому что то, как я подорвала здоровье, теперь помолись за мое здоровье, пожалуйста. Здоровье после долгих лет переживаний действительно сильно пошатнулось. Слезы по-любимому за годы из обычных превратились в буквальном смысле слова в кровавые. Но она искренне желает Вадиму счастья, которое они не смогли удержать в своей семейной жизни. Я не хочу жаловаться, не хочу, чтобы никому было плохо. Я хочу, чтобы у него все было хорошо, чтобы он был счастлив в своей семье. Наверное, возможно, любовь никогда не перестает, но мы должны смириться с волей Божьей на нашу жизнь. Возможно, это была воля Божья на мою жизнь, я не знаю. Может быть, это не нужно было принести в жертву свою любовь, чтобы спасти его душу, я не знаю.